не вижу. Спокойно. Переход к другой серии. Стоп, куда я бежу? Бежу. Блин, засада. Девонька, девонька. Контролируй выносливость, девонька. Завален же. Их вон сколько тут бегает, а ты одна. Дыши. Все. Одного завалили. Ух ты. Что-то я сюда раньше не забегал. Много они за мной будут бегать вообще, да? Окей, садись. Бэкстап тебе. Ай! Блин! Я решил пальцы размять. Чуть не помер. Во время игры не стоит этим заниматься, наверное. Девонька, куда ты бьешь? Бэкстап же надо делать. Какой ты львенок. Я к тебе подобраться не могу. Давай, что ты делаешь? О, ничего себе. Вот они скачут-то, а. Жуки навозные. Так, секундочку. Так, все, это вроде больше к нам на нас не агрится. Да, конечно, сейчас. Я не знаю наших приколов. Вы, вот, мне интересно, где эти хоть бы одну трехглазую змею показали? То пилюли только дают. Слушайте, у меня есть одна идея, что такое пилюли трехглазой змеи. Это, короче, докторша в пенсне. Вот, и она, короче, это, ну, типа, раздает пилюли. Ну, пилюли трехглазой змеи. Докторша в пенсне. Конечно, здесь не будет этой трехглазой змеи. Откуда здесь докторши? Кстати, я там дроп не забрал. А тут битый зеленый ящерица. О! Ты как тут срендерился? Чисто. Вот так вот бежишь, раз, перед тобой какая-нибудь хрень с топором образуется внезапно. А ты репу чешешь, откуда что взялось? Так, я вот не знаю, босса следующего надо призывать этого Тарка, чтобы он кольцо дал, или не надо? Потому что если его не призовешь, он кольцо не дает. А колечко бы мне, ой, как не помешало бы. Да как бы, мне бы, колечко бы. Я, наверное, призову его. Пусть помогает. Нифиг тут штаны просиживать. Че к нему там жало просиживать. А, пошли. Ха-ха-ха. Ай, ёшкин кот, а чё это ты жалами не в ту сторону появился? Не бей карта, бей меня.
Стамина. Стамин контроль. Ау! Стам контроль. Ну да. Точно не успеет убить. В принципе, он невероятный. Почти дохла уже. Сейчас мы завалим. Выскакивай давай. Так, хорош бегать за ним. Раз, два, все. Всем спасибо. Ну все. Пойдем к нему сходим теперь. Опять срендерился, видели? Ну-ка, повтор. А, не считает. Ну ладно. Так, куда идти-то? А. Ты это озвучил, мне интересно. Какой-то прикольный. Не понял. Где Тарк? Отдохнуть у костра? Печальная история. Или он все еще с поля битвы не дошел сюда? Вроде 6 ног, а ходит медленнее, чем я. Какой кошмар. Ну я сейчас тут отдохну, тут опять эти гривокрылые сагрятся все. Блин. Давайте тогда по-другому сделаем. Пробежим до следующего костра, оттуда сюда портанемся. Так, наверное, будет лучше. А то потом у них отбегает тут всех. Гематома сплошная. Длиннющий коридор. Просто кабиздец. О, слоняры появились. Жалко ли их ставить нельзя. Долго смешно, забавно. Я не понимаю, почему гигантов тех же, которые будут дальше, намного дальше. Тут можно, а они выше этих... Слоняр раза в два примерно. Эчма, эчма. Я ж не показывал. А, нет, я еще не показывал. Вот так надо бить. Запомнил? Так, и Галлан здесь или не здесь? Галлан, ты здесь или не здесь? Здесь. Пиво есть? Так. Ну, 500 я, конечно, не куплю, но 150 легко. Пива нет опять, блин, все выпил. Что ж ты какой проглот-то, а? О! Большой топор дал. Ладно. Сам ты его. Так, куда нам идти? А, там Кремль сидит за углом. Да ну его в баню.
он ничего не дропает хоть полезного. А вот ящерица там есть, это да. Блин, надо дубину срочно достать. Идеальное оружие против ящериц. Ну, это тоже, в принципе, сойдет. Или я не туда бегу, подожди. А, вот туда. Тут он такой крендель. Топорик летает. А если, короче, стоять, то он прямо в башку попадет, да? Танж! Нифига такой топор в башке, обалдеть. Девоньки, извини, я тебе прическу попортил слегка. Надо же людям показать, что бывает. И теперь он начинает, короче, боксера из себя изображать. Повыбрасывал все оружие, повыбрасывал. Спарринг хотел устроить со мной. Ага, сейчас. Спокойно. Вот так. Замечательно, это нам больше не нужно. Так, дальше. Что дальше? Так, там я костер не активировал. Ладно, надо вернуться. Надо вернуться. Шоколада. Опс, вот. Самоцветы. Есть. Крабжий камень. Что им делать? А кто не знает? Сундук противный. Видите, как блестит? Нехорошо. Нехороший сундук явно. Сделаем вот так вот. Ай! Мич Хейда под угрозой поломки. Ё-моё! Сейчас сломается. Ну, в принципе, от одного удара, наверное, не сломается. А, ну и тут костер есть. Поножи. Он, короче, я так понял, эти сундуки, они жрут тех, кто ходит в темном во всем. Темные поножи, темные наручи, они дропают. Что-то еще темное там дропают. Какого-то темного, короче, сожрали и теперь дропают во всем. Ну ладно, на этом серия завершена. Пока.